У меня была такая очень классная ситуация, когда мои песни звучали, еще никто не знал, что это я. И я даже могла подойти к палатке и подходила и спрашивала, а вот там покупаю, там ездит ли кто-то. Ну, интересно очень. Улицы огни, иду по лужам, мне уже на все. И ты не нужен, ты не для меня. В глазах мелькает полосу готов, и я взлетаю. В принципе, все мои песни, все это истории. И практически, ну, сложные из моей жизни. Наверное, вот такое участие я принимаю. После научиться. Стоп-машин, спокойно я приехала без руля. И в голове с помехами я иду домой. Ну супер, мне очень нравится, что у меня публика дети. И прости меня, малыш. В принципе, вообще не музыкальный человек никогда была, и какая музыка играла на диктофоне, то и слушала. В принципе, была непривередливая. Я все это время гоняла по двору, мне как-то музыка, в принципе, очень мало интересовала. У нас огромная большая семья. Она не шведская, конечно же. Полно чужих и почти никого. Я знаю, точно придет. Ожидаю его. Конечно, дергаюсь немного. Может быть, и забыл. Хотя вчера по телефону он секреты открыл. Я никогда никому не стану напрягаться за какой-то ерунды.